Когда Одесса вернется из клиники? Примерно через неделю. Но вам не о чем волноваться, мы с Кармен позаботимся о доме. Даже не сомневаюсь. Так, с чего начнем? Давай развлечемся и начистим полы. Кармен? Это неправильно. Что неправильно? Алехандро здесь редко бывает. Он же вечно в разъездах и бывает в этом доме сколько? Недель 10 в году? Даже меньше. Большую часть времени этот чудесный дом пустует. Никто не сидит на шелковом диване, никто не играет на рояле. И что? Это недопустимо. Благословляя нас такими благами, Бог ожидает, что мы ими воспользуемся. Кармен! Нужно наслаждаться тем, что дал нам Господь. Так мы отблагодарим его. Что ты делаешь? Ну, раз Алехандро не благодарит Бога за его дары, я сделаю это за него. Так полировка полов отменяется? Ну, мы этим займемся после того, как я проведу 20 минут в бассейне. Благодаря Господа. Что такое? Ничего. Я просто не думал, что ты такая... Религиозная? Я должна была родиться богатой. Как я тебя понимаю? Нет, 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 это совсем другое. Вы знаете, как справляться с бедностью, а я нет. Это был комплимент? Да какая разница? Я на пляже с Энрике Иглесиасом. С самого детства я знала, что рождена владеть красивыми вещами, а не чистить их. Не думаю, что ты когда-либо чистила здесь. Это отвратительно. Рози, еще час, у нас перерыв. Хватит говорить как горничная. Я говорю как тот, кто хочет поставить сюда бокал. Кармен, если ты так любишь деньги, почему не поступишь, как все остальные в Беверли-Хиллз? Выйди за богатого. Но это будут его деньги и вся власть у него. А это неприемлемо. Ладно, дамы, время для отдыха. Давайте просто насладимся моментом. Кармен! Сукин сын! Ладно, оставайтесь здесь, я вернусь. Она отвратительная горничная. Тут такая грязище. Я пытаюсь расслабиться. Или сама возьми тряпку, или заткнись. Что здесь происходит? У меня перерыв на обед. Нельзя приводить гостей. Кто они такие? Мои подруги. Им нельзя здесь быть. Еще 10 минут. Нет. Пожалуйста. Нет. Почему ты такой вредный? Нам запрещено приглашать гостей. Зачем мне рисковать своей работой, подыгрывая тебе в этом безумии? Ладно, еще 10 минут. Ах, детка, после такого поцелуя я заслужила как минимум 15. Mi vida, tú eras mi vida, con un beso cada día, alegría en mi corazón. Mi vida, me voy, mi vida, y no volveré jamás, mi vida, ya no eres mi vida más. Я не знала, что ты уже вернулся. Красивая песня. Спасибо. Могу я спросить кое-что? Конечно. Почему ты в полотенце? Точно! Я только что приняла душ. Где? В ванной Алехандро. Кармен! Я положила глаз на этот душ с первого дня. И он меня не разочаровал. Я рад, что ты повеселилась. Боже мой, это... Нет-нет-нет, она должна быть в больнице. Я вернулась, если это кого-то волнует. Ой! О мой бог, если она меня сейчас увидит, я пропала. Пожалуйста, помоги мне.
Сэм? Привет, Одесса, ты вернулась. Что ты делаешь с роялем Алехандро? Просто пыль протираю. Ты должна была позвонить, я бы забрал тебя. Я не могла ждать, медсестры раздражают меня. Давай я отнесу в комнату твою сумку. А где эта испанка? Кармен, уверена, она где-то здесь.